Взрыв бытового газа в Махачкале унес жизни двух детей. В двухэтажном доме поселка Новый Тарки ночью произошел пожар из-за неправильно подведенного бытового газа. По словам очевидцев, все начало пылать в половине шестого утра. Сейчас специалистами выясняется причина произошедшего. По предварительной информации, пожар возник из-за незаконного подключения к газовой трубе. При этом использовался обычный шланг для воды. Муж и жена сразу же были доставлены в больницу с сильнейшими ожогами. Двое младших детей, одному из которых было 4 года, погибли. Старшего сына по счастливой случайности не было дома, он ночевал у родственников. Врачи говорят, что состояние матери критическое, у отца еще есть шанс. Также медики рассказали, что это не первый подобный случай в этом месяце, и связано это прежде всего с невнимательностью самих людей. Вот 2 недели назад к нам поступила семья с Ленинкента, сама Садуевых, бабушка сама с дедушкой, сама по 74 года, их сама дочка и внучка. Сама поступил также с Хасавюрта, сам больной, тоже с термическим ожогом. А причина ожога в данном случае сам тоже воспламенение газа.